Всем привет! Вы на канале «Дети звезд». Тимур Кизяков встретил Лену на работе. Она была замужем на тот момент, но мужчина увел ее из семьи. Как он сам признался в одном из интервью, «Я не чужую жену увел, а свою забрал». Пара до сих пор живет в счастливом браке. Старшую дочь они назвали Еленой в честь мамы. Ей уже 21 год. Она учится на журналиста и каждое лето работает вожатой в детских лагерях, а также обожает путешествовать. Внешне девушка очень похожа на папу и говорит, что именно он вдохновил ее на профессию журналиста. Есть ли у нее молодой человек, неизвестно. Лена это тщательно скрывает. У пары также есть младшая дочь Валентина. Девушке уже 16 лет, и она учится в школе Реутова. У нее несколько лет назад была страница в Инстаграме, но родители заставили ее удалить все соцсети, ведь они мешали девушке учиться. Сейчас Валентина часто посещает с мамой детские дома, а еще она любит принимать участие в съемках передачи «Пока все дома». А еще 8 лет назад в этой красивой семье родился долгожданный сынок, которого назвали Тимуром в честь папы. Но и это еще не все. Сейчас родители задумываются о 4-м ребенке, но его хотят взять из детского дома. Если вам нравится эта прекрасная многодетная семья, ставьте лайк. Не забывайте подписываться и жмите на колокольчик. Удачи!